Все, давай, бери в рот. Сам бери в рот, а я наберу воды. Все, вода в рот бери. Там горовая ганджа, дарудур. Все, начинаем. Все, я тоже взял. И выпил. Хорошо, сейчас вас еще возьму. Сейчас пойду. Ладно, все. Fake snake prank. Я сегодня тебе принес ни букет из пышных роз, ни тюльпаны. Стой, я это походу смотрел, тут чисто животные, давай я сейчас настоящее поставлю, что-то смешное прям. Реально не смешно было, поставь что-нибудь интересное. Это фигня про животных. Блин, надо будет нам нормально сделать. Блин, можно канал выложить? О, видос имеешь в виду сделать? Да. Все, берем. Все. Давай, раз, два, три. Это кухонные, если что, не надо мне тут. Так, все, открыл. Прикиньте, на него даже насадочка есть специальная, чтобы не порезаться, прикольно. Алкоголь топ, сигареты заебись. И подхода на забив, и последний на добив. И спустя. Ребят, хочу вам посоветовать очень угарного пранкера, которого зовут лейтенант Шмидт. Снимает очень крутой контент. Саске, а ну дай маску померять! Иди нахуй, Наруто! Амогус. Вас ожидает серебристый Volkswagen 256. Выходите. К вам идет черный хач 2003 года. Подождите. Есть какие-то замечания к руководству Колывани, какие-то претензии? Есть. Почему все ездят в город, нахуй? Здесь работы нету. Ага, сейчас стоп-камера. Я говорю вам сейчас, какие у вас претензии и пожелания к руководству? Вы говорите, никаких. Еще раз. Хорошо, работа будет. Работа есть. Надо сказать. Есть работа. Прям поехали. Я здесь живу и с песней могу сосмеяться.
Ничего нет лучшего выпить теплого, свежего камшута. Мамбрас, money for ideas, for life. Amigos, such is just my peace to swear. My life be like... Стой! Вода исчезла уже. Подожди. Надо забрать. А чё твое видео тут гуляет? Пиццу забираешь. Ты спалился? Сейчас я наберу заново. Я сру, они говорят, не плачь. Да нахера. Я плачу жопой, блядь. Даже детеныши носорога являются очень опасными существами. Поэтому я построил эту клетку. Ого, как он съебался. Ля какая. У, сука. Я бы с такой бы чихи-брыки бы ляр, блядь. У, какая принцесса. Ля, сука, ты чё, дебил, блядь? Какой хуй ты несёшь, мой дуфл, ёбаный, блядь? Ты идиот тупой, нахуй! Вы подскажите, пожалуйста, как будто СМС-ка пришла, не вижу. Очки дома забыл. Сын, пришли результаты твоих анализов. Срочно едь домой. У тебя коронавирус. Уйди отсюда. Не понял. Уйди отсюда. Это что значит? Ну, отстань от меня. Я? Да. Я желаю ему здоровья. A few moments later. Обожает нестандартный секс. Заразил летучую мышь ковидом. Тамби Масаев умеет срать, как никто другой. Заботится о своем здоровье и регулярно сдает холестерин на кровь. Потерял девственность в 7 классе. С тех пор больше не работает учителем. По мнению журнала Forbes International, по состоянию на конец 2020 года, Тамби Масаев — это вообще хуй пойми кто. Есть один вопрос. Есть тут нормально смешные? Вообще не угарно. Открой YouTube, найди видео, и вот сверху видишь ссылка, туда ставь поиск. Вот в этом сайте, туда это видео ставь. Сейчас, секунду. Секунду, подожди. Тут меня просили прорекламировать. Рекламу сделаю. Давай ты пока находи, я сейчас рекламирую. Блин, вообще неинтересно, пацаны. Хуйня, а не видео, реально. Честно, Академия смеха просит. Залетите, зарейдите Кирю. Скажите, рейд это замок. Залетите, поддержите. Академия смеха. Там новые ролики. А, есть, есть. Ча, давай вот это поставим тогда. Вот это. Сэмпай. Чек недавно, сейчас. Хулиган разбань. Потом. Крис... А, Крис, подожди, Криса? У нее канал называется Крыса. Ребят, спасибо. На самом деле, я знаю, Крыса? Что... Да, вот ссылку сейчас скажу. Академия смеха, говорит. Да, я поставил Академия смеха. Рейд это замор, еху, рейд это замор, рейд. Все, давай, начинаем. Ты готов? Ема 2, 500 онлайн уже, поехали. Поехали.
Голос произнесет. Я, в принципе, себе могу позволить даже обычное то самое оливье, но не только на Новый год, как все люди привыкли. Спокойно захотелось нам оливье, мы его сделали. Я не с такой семьи, как други. Я из богатой. Ты уже забыл, что такое угорать во всю голосе? Мы тебе покажем. Будь права на смехун. Это... Да ты шо, охуел, блядь? Сейчас я буду лупить системник. Отлуплю его сейчас как следует. Когда вот ты берешь и не знаешь, куда деть крышку, это делается, оказывается, все очень просто. Я еще главное вот здесь подумал, ну что-то вот не так. А потом думаю, ну что думать? И не стал. Я не знаю, что мне делать с этой бедой. Смочить слюной задний проход и вставить, не отрывая от бассейна. Пацаны, кто в толчке насрал и не смыл? Никит, я знаю, что это был ты. Нет. Это Оптимус Прайм. Ты, Гена, даже не крокодил. Ты просто долбоёб. С этим теперь и живи. Во всем мире ты известен своим низким голосом, но в России все фильмы дублируются, и твоего голоса никто не слышит. Скажи что-нибудь. Ломай меня полностью. Только аватар, властелин всех четырех стихий, мог остановить захватчиков. Но когда мир нуждался в аватаре больше всего, он исчез. Прошло 100 лет, и мы с братом нашли нового аватара в магии воздуха по имени... Толик Монгол. خلاص كده جد بقى خلاص كده هتقف هتقف لازم تقف على واحدة فيهم Ребят, опять проверяю переводчик для собак на своей собаке. Джози, никогда больше с тобой не пойду гулять, и играть мы точно никогда больше не будем. There's no candy, nothing, bro. Hey, stop! Hey, shut up, brother. You said he's gonna get candy, motherfucker. Хочу служить в армии, потому что хочу узнать, что там. A few moments later. Мне вот интересно, останавливается ли музыка, когда ты попадаешь в аварию, или ты сидишь там такой... Девочки-мальчики, сладкие карамельки. Ну нахер. Отец. Ну ты видел, видел? Хорошо. Один из
любимых чаю. Чай каркаде. Покорил давно эстраду, теперь возьму тикток. Ты блище-то раскатал, я. Кто ты, воин? Ахиллес. Сын Пелея. Ахиллес. Я помню. Рост 2 метра. А, 2 метра. А, у родителей обычный рост? А у родителей, вы знаете, обычно дети выше родителей. И они всегда умнее. Мой отец. Hackers. Hackers. Я тебе говорю, вот ему сунули, ты видел? Посмотри по-братски. Смотри по-братски, ты чё? Короче, Огерт, тут сколько его... Посмотри сейчас, я тебе скажу. Вот это посмотри по-братски. Посмотри по мне, саарду жёсткая. Очень смысловая нагрузка жёсткая, брата, смотри. Рост 2 метра. А, 2 метра. А, у родителей обычный рост? Родителей, вы знаете, обычно дети выше родителей. И они всегда умнее. Они всегда умнее. Он же всегда какую-то херню говорит. Ты понял этот прикол? Он же всегда какой-то. Я Чанду же несет, бля, всегда. Да, бля, Гордон красавчик вообще, бля. Он всегда какой-то. Блин, весь волонтер мокрый. О, какой-то Чанду всегда этот говорит. Я это вспомнил уже. Нет, он еще говорит, ну тупее родители, типа, ну тупее родители. Да. И он, а его же имеет в виду? Тут не понял ни хрена. Я понял, потому что, я же это понял сразу. Не, я тебе скажу. Кличко не понял. Из 100%, да, он не понял, из 100%, блядь, процентов 30 смешно, остальное такая чанда, да, я покушаю. Чан, можешь ты найти что-нибудь, что? А чего я реально буду смеяться? Честно скажу. Не знаю, какие-то, блядь, детский юмор какой-то здесь. Вообще. Секс-бомба, посмотри. Секс-бомба. Конечно, бомба. Я часто им занимаюсь. Китайские приколы, Джавида, секс-вайда. Джавид очень много матерится. Это кто-то? А, это тип, что ли? Нет, это баба. Натуре. Девочки, ну-ка, мальчики. Давай посмотрим, что это. Может, КС-ка скачалась? О, давай, погоди, посмотри. Мармук, ну, пацаны, честно это скажу. Это старая тема. Мармука я, знаете, когда последний раз смотрел? Армук кто базарный, но я его давно не смотрел. Девочки, мальчики, ты вышел? А ты видел это? Ща. Что? Ты по-любому вот это вспомнишь, ща. Все, Аколок, отписка от тебя, ты предал меня. Смотри. Вот. Что? Куда ты скинул? А ты там же? Не, включай. Что включать? А, ее же включать. Все, присоединяюсь. Ты слышишь? Ага. Дорогой, где ты был? Бегал. Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет. А ты кроссовки понюхал. Дорогой, где ты был? Бегал. Странно, но трусы сухие и совсем не пахнут. Сука, футболку нюхай. Дорогой, где ты был? У соседки. Странно, но футболка пахнет, как будто ты бегал. Дорогой, где ты был? Срал. Странно, но бумага сухая и совсем не пахнет. Дорогой, где ты был? Писал креативы. Странно, но твоя футболка не пахнет. А с хуя ли она должна пахнуть? И ты заебала все нюхать. Иди нахуй, но... Я сказал, иди нахуй. Дорогой, где ты был? Бегал. А чё? Хуй через плечо. Наконец-то я тебя подъебала. Чё так
как конченая, блядь. Дорогой, где ты был? Стрелял по лягушкам в Германии лазером из космоса со спутника. Странно, но травой не пахнет. Дура, я под ЛСД. Дорогой, где ты был? Бегал. Странно, но твоя футболка совсем не пахнет. О, лицо. Ничто, блядь, на руках бегать, чтобы не воняло. Дорогой, где ты был? Нюхал. Клей. Нет, блядь, футболку. Дорогой, где ты был? Пошла нахуй! I played it innocent, a feel of discontent.